Бабушка подобрала на улице странного седого щенка, а через год схватилась за голову. Бабушка услышала в траве жалобное скуление и раздвинула заросли в поисках источника звука. Среди зелени на нее смотрел странный седой щенок, который уже едва мог двигаться от усталости и обезвоживания. Пожилая женщина сильно удивилась. Щенок был маленьким и явно нуждался в помощи а хозяина рядом не было. Она забрала его с собой, напоила, накормила и решила оставить себе. У нее уже есть два кота и овчарка, а значит, маленький щенок не принесет много хлопот. Через пару дней к ней приехал внук и тоже удивился, увидев у бабушки нового питомца. Они решили, что малыш сбежал и потерялся с туристической базы. Внук сходил туда, чтобы узнать у гостей, но все постояльцы уже уехали. Бабушка решила не искать хозяев и оставила малыша себе. Шло время, и через пару месяцев она заметила, что пес растет как-то странно. Шерсть шла косматая, размеры увеличивались с каждым днем. Через год старушка схватилась за голову, пес был огромный и весело валил ее овчарку в игре она перепугалась не на шутку и уже решила что подобрала волчонка опять приехал внук посадил в машину бабушку и серого так назвали собаку и помчались в ветеринарную клинику в городе правда для подстраховки псу надели намордник ветеринар тщательно осмотрел питомца и пошутил над бабушкой зачем ей дикий волчонок но на самом деле сказал врач это быстро растущий щенок ирландского волкодава. Специалист успокоил бабушку, что порода – это безобидная, вот только ему нужно воспитание и правильное питание. Рос он крепким и здоровым, прививки ему сделали, поэтому переживать не стоит. Пожилая женщина немного подумала и не стала отказываться от питомца. Внук пообещал помочь с его воспитанием и записал на курсы кинологов, а уже откормить волкодава бабушка и сама сможет. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.